Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, мир ему благословение Всевышнего, это светлое дерево, корни которого небесные основы всех пророков, а ветви, ветки и веточки – это познание, вдохновленное святым. Поэтому, что бы он ни утверждал, все пророки и святые, опираясь на свои знамения и чудеса, подтверждают истинность его слов. Под каждым его высказыванием стоят печати и штампы подтверждения всех совершенных людей. Например, одно из его, алейхиссалату вассалям, утверждений касается единства Творца. Благословенные слова «Ля иляха илляллах» – нет Бога, кроме Аллаха. То есть нет Бога, кроме одного всемогущего единого Творца. Нет других богов. Разъясняет это утверждение. Все люди прошлого и будущего, последующие в вере и поклонении примера этого человека, приняли эти слова в качестве основы веры и постоянно повторяют их. Значит, у них возникло убеждение и уверенность в правдивости и истинности утверждения. Так что эти благословенные слова, распространившись во времени и пространстве, не сходят с уст людей, имеющих различные или даже противоположные характеры, пути, принципы и традиции. Вывод. Никакое сомнение не может протянуть руку возражения, против утверждения правдивость и истинность которого подтверждена бесконечным множеством свидетелей.